Привет! Сейчас будем нанизывать курочку на вертел для последующей жарки ее в духовке на гриле. Это она у нас мариновалась в пакетике. Вынимаем ее отсюда. Сейчас расскажу вам, какие тут есть нюансы у нас. Когда курицу зафигачиваешь на вертел, вот он, а у нас вертел простенький, всего с двумя зажимами. Есть такие, ее вот так вот четырьмя охватывают, там проблем нет. Там как ее не нашпилишь, она нормально держится. А вот эти вот любительские грили, они имеют всего два зажимчика. Так, один надеваем сразу. Подальше его. И курочку сейчас будем связывать. Потому что иначе у нас ничего не получится. Первое, что делаем, это нужно куда-то крылья заправить, чтобы они не горели у нас особо сильно. Ну, можно, например, вот сюда проделать дырочку. И туда вставить крылья, чтобы они не отсвечивали. Так, она там вылезла, крылышко, или не вылезла. Оп, где тут она? Господи. Вот. Все, отлично. И сейчас вторую руку заправим. Работа вроде бы такая не очень чистая, но что только не сделаешь, чтобы побаловать себя любимого курочкой нормальной. Вот. И когда мы ее на вертел одеваем, для того, чтобы вот она не стряхивалась у вас, вот не получится. Видите, там пустое. Вертел крутится спокойно. Приходится как-то изгаляться. Если она у нас будет одета неровно, то тогда она будет крутиться. Так, что мы делаем? Можно взять, связать ей ноги. Вот так, например. И, значит, подтянуть их. Я забыл, как это делается. Забыл. По-моему, вот так. По-моему, вот так. Раз. А потом... О, точно. А потом вот так вот их стягиваем. И будет очень у нас прекрасно все. Веревку можно использовать любую, там температура меньше, ну, градусов, по-моему, 160. Эти еще не плавятся при такой температуре. Так, руки выскочили. Руки выскочили, но мы ставим их обратно. И еще возьмем, сейчас это все свяжем. Господи, где дырка? Так, нам еще нужна веревочка. Тут разные веревки есть. Я вот эту вот экономлю, шикарную веревку. Ну, ладно, сейчас и ее запустим в дело. Надо было посмотреть, как там еще какие-нибудь люди. Но главное не это. Как курицу связывать, там видео сколько угодно. Но нигде нету видео, как ее отцентрировать, чтобы она была по центру. Понимаете? Чтобы она не сваливалась с нашего вертела. Я пробовал протыкать ее наискосок. Это ничего не дает. Все равно болтыхается. Вот посмотрим, сейчас у нас получится сделать ее правильно или не получится. Так.
руки. Руки прячем опять в нашу дырку. Так, а что там получается, у нас все развалилось? Ну ничего, ничего, бывает. Господи, чё ж они выскакивают-то? Надо, наверное, было в какое-нибудь другое место их засунуть. Ну и там будет ничего. В крайнем случае мы их возьмем и отрубим. Так. Оп. Вот там ошибочка была, то, что я с руками вместе это стягивал. Но вот это вот уплотнение курицы с помощью веревки, это неизбежная процедура. Неизбежная. Потому что без этого ничего не получится. Так. Засунули. Оп. Давай еще одну засунем. Где там дырка? Где-то же была. Тут что ли? Туда. Оп. Так. Сейчас еще раз ее подденем. Вот веревкой лучше заранее запастись. Потому что веревка — это штука. Никогда ее нету под рукой. Так, опять рука выскочила. Иди на место. Иди на место. Где тут дырка? У меня такое ощущение, что я не в то место ее руку-то воткнул. Не в то. Наверное, в какое-то другое нужно было. Ну. Ну уж как получилось. Господи, где она? Вот она, дырка. Мы и не из таких ситуаций выпутывались. И все было нормально. Так что идем дальше. Так, эта штука пока еще болтыхается у нас. Вот как сделать, чтобы она не болтыхалась? Вот в чем главный вопрос установки курицы на гриль. Так, а может быть вот так пропустить? Давайте посмотрим. Через ноги, через веревку. Так... Отличная идея, по-моему. Так. Оп. Так. Теперь вот здесь еще свяжем, да? Ну, уже маленький кусочек веревки. Поэтому утягивать будем со всей зверской силой. Чтобы хватило узел завязать. Оп. Конечно, при использовании профессиональной вот этого, даже не знаю, как это пыточное орудие назвать, вот этой вот, конечно, там будет гораздо все удобнее. У нас тут как бы есть пара проблем. Похоже, крылья мы все-таки ошпарим. Ну, по крайней мере, одну. Нет, засунулась саму. Нет, не засунулась. Ну, неважно. Будет. Будет так, как будет. Так, еще нужно, видимо, вот здесь стянуть, да? Есть еще какие-то обрывки. Обрывки веревочки. Сейчас мы их используем. Так, я перезапущу видео. Секунду. Когда начинал снимать, думаю, сейчас я так лихо все это сделаю, да, и скажу, видео назову как курицу, типа, за 3 секунды пристроить на гриль. Ну, как видите,
быстро не получилось. Быстро не вышло. Где вот здесь тянуть? Здесь не надо стягивать. Вот здесь вот надо стягивать. Давай еще раз руку прижмем. Так, туда ее засунем. Не в том я месте проколол. Но, как видите, даже если вы сделаете ошибку, то ее всегда можно исправить. Не засунулось в одно место, засунется в другое. Так, вот так вот. Пойдем этим путем. Ну, придется вот попачкаться. Тут никуда не денешься. Но вот без этой процедуры, да, без вот этого вот увязывания курицы перед установкой на гриль, можно даже не дергаться. Она будет болтаться, как фиг знает что. Так, ну ладно. Будем считать, что связано. Если что, найду еще какую-нибудь веревку и подвяжу. Теперь, после того, как мы ее связали, пытаемся, так, пытаемся ее проколоть правильно. Вот правильно ли я ее сюда вставил? Наверное, все-таки неправильно. Наверное, вот так нужно. Самое главное, чтобы она по весу была, не болтыхалась. Вот видите, я ее не могу вот так перевернуть. Грилю будет трудно. То есть у меня вот это вот ниже, центр тяжести ниже. Поэтому я что делаю? Я беру ее вот так вот раз и втыкаю так, чтобы центр тяжести переместился. Самое главное, в руку не попасть при этом. Смотрим, где теперь, равномерно или опять будет падать. Ну, более-менее. Теперь прикрепляем вот эту штуку. Это еще ничего, а вот как патологоанатомы работают, там вообще чума. Вот. Тут хоть слюна выделяется, пока это делаешь все. Готовимся, так сказать, к приему пищи. Так, вот так, наверное. Подальше. Тут нужно же еще расстояние выбрать правильно. Оп. Так, проверяем. Оп. Крутим. Ну что, не крутится? Будет она у нас падать? Ага. Вот здесь нужно вот эту вот. Нужно чуть-чуть повыше. Тогда ее вот так вот раз, а эту чуть повыше, бац, а там выскочила. А там к ногам тоже. Так, проверяем. Проверяем. К ногам. Чуть-чуть она. Тоже чуть-чуть ее к ножкам. Так, а как ее к ножкам? Здесь она у нас вынимается или нет? Вот так вот. Сейчас я эту перемещу. И сейчас сюда воткну ей. Ну, давай. Смотрим. Сваливается все равно. Еще раз. Ее вот так вот. И чтобы она повыше воткнулась. Так. Проверяем. Верхушка все равно тяжелее. А, так мы же сделаем вот что. Мы сейчас ей ноги сюда натянем. Так. Пропустим ноги через веревку. Я вот эту вот процедуру вам всю показываю. Потому что лучше чуть-чуть сейчас помучиться, да? Чем потом вынимать ее горячую. И вот эти вот штуки
перемещать уже тогда. Оп. Ну, немножко есть разница все-таки, да? Но вообще уже почти прекрасно, я бы сказал. Вот так вот попробую сюда. Ну. Уже маленькая разница в этом. И закручиваем винты теперь. Оп. И вот здесь еще винтик. До него не доберусь, наверное. Он между ног. Ну, набрался кое-как. Господи. Неудобно. Неудобно добираться. Аба. Ну, смотрим, проверяем еще раз. Ну, более-менее. Более-менее. Можно вот на этой штуке проверить, как у нас центровка. Оп. Ну, вот сейчас она свалится. Но это не столь критично, как могло бы быть. Потому что первый раз я ее когда одел, там был вообще тихий ужас. Она у меня болтыхалась, не знамо как. Так. Будем считать, что курица у нас упакована. Вы видите, что не боги горшки обжигают, а что все по силе обычному нормальному человеку. Вот она, красавица. Обычному человеку это все доступно, и он вполне может эту курицу взять и завязать. Взять, завязать, поджарить и съесть. На этом процедура закончена. Пока. Смотрите другие наши видео. Не забудьте лайкнуть и подписаться на канал. Пока.